правящие аграрии инициируют неочередное заседание Сейма Литвы с тем, чтобы удовлетворить просьбу входящих в правящую коалицию избирательной акции поляков Литвы Союза христианских семей обратиться в Конституционный суд Литвы по поводу нарушений во время выборов в Сейм. Сегодня правительство определится по поводу введения всеобщего карантина. По словам премьера Литвы Саулиса Скриняриса, планируется, что всеобщий карантин будет введен не менее чем на 3 недели. Все подробности прояснятся сегодня. В Клайпедской университетской больнице осталось всего несколько свободных мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19. В настоящее время здесь лечится 85 пациентов, зараженных коронавирусом. Из них 7 в реанимационном отделении. Многие жители страны задаются вопросом, куда же делся обычный сезонный грипп. Как заявила Дайва Размувени из Национального центра общественного здоровья, грипп никуда не пропал. Каждую неделю болезнь в Литве диагностируется менее чем у 10 пациентов, причем ни один из них не был госпитализирован с осложнениями.